Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить глобальные моды к Скайриму под названием Фалскар, это вторая серия. Итак, что же этот монашек нам расскажет? Так, что тебе известно о возросшей активности бандитов и разбойников? Not really. I know that a growing problem in our all over Falskar, but nothing else. Так, ну мы будем спрашивать его про людей Ингвара. That couldn't be. Unless Ingvar is trying to start another war. Regardless, we cannot help. 700 years ago, Shore saved our ancestors so that we could flourish in this land and absorb its knowledge, not tear it apart with war. We will not help instigate another one with the Unvaldars. Of course, we are so loyal to the Borvaldars. If it comes to it, we will fight by King Agnar's side until victory or Sovngarde takes us. Понятно. See ya. Тут я смотрю, дебели молятся. Ладно, пусть так. Тогда отправляемся назад. Расспросим, что это нам дало. Короче, судя по всему, готовится какой-то заговор. И этот заговор может привести к войне. Особо каких-то тут солдат я не видел, но возможно это из-за того, что я еще не был в главном поселении. Тут, я напомню, есть еще два больших города. Ну, а теперь мы доложим все-таки это ярлу. What did brother Thorlo have to say? Монахи ничего не знают, но они не будут нам помогать. Unless he instigates war. He sent men to kidnap and interrogate one of our people. And he blankets the land with his mercenaries. Is that not a declaration of war? Very well. We shall work without their help. For now. I need you to do something else for me. Bandits have overrun the docks, and have cut off trade with Skyrim. Please, go to the docks and kill all the bandits. Then, talk to Hendrik. He runs the trade store there. Ask him if he learned anything helpful while the bandits were there. Хорошо, не вопрос. Выбить бандитов из доков и поговорить с Хендриком. Я тут покашлялся по окружностям местного города. Взял еще один квест, как птичьи права. Этот квест мне напомнил... Fallout New Vegas, там нужно было проследить за тем, кто убивает браминов. В нашем случае убивают курей. Так, ну чё, я засел, в принципе, в кустах. И теперь нужно дождаться ночи. Пока ничего.
Мне ведь нужно просто проследить. А, должен появиться некий зверь. Так, пацанчик заглючил. Так, ну зверей я не наблюдаю, только лошади и люди. Давайте еще час подождем. Странно это все как-то. Ну, вроде ничего нет, ждем еще 2 часа. Следовать за волком. Похоже, я сломал этот квест. Хотя... Я думаю, у меня таки получится. Персонаж квестовый, квест после его смерти не оборвался, поэтому я думаю, выследить его получится. Ну, я думаю, он бежит к пещере. Thank you.
Не тут-то было. Не с тем вы драку затеяли. А это кто? Волки? Иди сюда, тварь! Ну и ладно. Сначала пещера. Так. Собственно, мы, похоже, нашли логово. Но каким боком некромант тут? Это непонятно. Ладно, давайте проведаем, что. Посмотрим. Хорошая способность, мне она очень нравится. Кто же ты, мать твою, такой? Высший некромант. И чем вы тут занимаетесь? А квест у меня еще этот есть? Обыскать пещеру. Обыщем. Чё, уже? Ого! Вашу мать, вы чё такие конченые? Ненавижу магов. Они крайне-крайне эффективны. Да ували! А! Всё-таки попал. Давай, до свидания. Блин, козёл. Высший некромант. Сильная дрянь. Чё, ещё за враги тут остались? Почему не восстанавливается выносливость? Странно. Чем это они меня таким... заразили. Странно, вроде никаких статусных вредных на время нету. Почему же у меня выносливость так уходит? А, это волк всего лишь. Я-то думал, тут какие-то некроманты потерялись. Это всего лишь волки. Так, ну врагов моя броня все еще чувствует. Поэтому расслабляться, я думаю, не стоит. И так как вы видите, одно зачарование с моего меча спало. Теперь осталось только на правом, на левом. На левом или на правом? Как тут? Как тут правильно сказать? На левом. Тебе башка больше не нужна. Так, ты не встанешь. Все отдыхайте. Ёпана мать. Ой. Ой, надавали-то как, суки. Чё, больные совсем?
Ёбушки-воробушки. И жизни не регенят. Ой-ой-ой. Насовали по полной программе. Так. Вызовы призового Транаха. Ну понятно, это для кузницы. А это что такое? Фрагмент магического кристалла. Хорошо. Тут уже ничего, я уже смотрел. Мечты об Обливионе? Выяснить больше о природе фрагмента кристалла. Так, давайте-ка глянем, что было в этих магах. Возможно, тут были какие-то дневники. Нет, нет, нет. К сожалению, ничего. Что там, волки остались или еще кто? Да, волки. Куда побежал, сука? Сука, в смысле самочка. Не подумайте, что я как-то тут волков обзываю. Он, скорее всего, попятился назад, потому что был самочкой. Вот и все. Блин, интересная такая пещера. И необычная задумка. Потому что... Некроманты и волки. Такого не было. Некроманты и крысы было. Некроманты и грязи крабы было. Некроманты и драугры тоже было. А вот некроманты и волки, по-моему, такого еще не было. Так, ну что же. Это дело мы разобрали. Теперь мы, пожалуй, вернемся в Янтарный ручей. Там, скорее всего, заночуем в таверне. И уже утречком сдадим этот квест. Плюс какие-то мечты об Обливионе, новый квест. Там тоже надо будет у людей поспрашивать. Посмотрим. Та пентаграмма в пещере. Не думаю, что она там просто так была. Так, это не таверна, да? Это дом. Вот это таверна. Нет. Это тоже не таверна. Неужели здесь нет таверны? Может это? Янтарный мед. Да, это таверна. Хорошо. Я тут пока лазил по городу, немножечко между серией. Потому что хотел оплатить штраф, но... It's very good, sweetie. One day you'll be just like Clara. You really think so? Thanks, Dad. Каким-то магическим образом мой штраф пропал. Габриэль! О, Габриэль! Точно, я ж тебя искал. Так, держу бри, что побью тебя на кулачном бою. You think so, а? How about you put some coin on it and we... All right, friend, начнем. You're on. Fists only, no weapons or magic. Hands up. Let's do this. I'm going to take some real fight, huh? So be it. Now let. Pardon. Я забыл, что дейдрическая броня. Габриэль. Будь попроще. Какой ж ты дебил, а? Ладно, давай с тобой затеем драку, но без магической брони. Причем тут я? Это все... Не помню. Кто? Не помню, у какого дейдрического лорда. It's very good, sweetie. Я получил эту броню. Но тем не менее.
Ну, блин, без брони будет не так круто. Так, давай подеремся. You think so, а? About... Alright, friend, you're on. You really think so? Fists only. Thanks, Dad. No weapons. So that's how you want to play. Damn it! Please don't hurt me. Куда ты побежал, сука? I submit. You hate like my grandmother. А почему ты оружие достал, мудак? Слышь, тогда у меня для тебя есть такой. Your adventuring days are over. Ты смотри, не сдаётся. На! Ну чё, я победил? Good morning. Hello. Не? Ладно. I suppose so. 1000 золотых, нет. Хотя, пускай будет, почему нет? I suppose so. You won't regret it. He settled up and 1000 золотых? I may not use him much anymore, but I still take good care of him. А местный тут тавернщик, бармен? Или еще какая-то херня у вас тут имеется подобного рода? Что тебя привело, меня это не волнует. Кровать мне не принадлежит, вот это меня и печалит. Ты комнату не сдаешь. Да, что за таверна? Ладно. Не подраться, не поспать. Что ж такое? Ладно, подождем это время на улице. Так уж и быть. Кому тут эту квостяку сдавать? А, в этом доме, да? Ну, я знаю. У тебя тут никакой лавочки нету. Ладно, подожду тут на ступеньках. О, крестьяне уже в поле. Have you met my son? He's a fantastic young lad. Короче, причина гибели твоей птицы были волки, разум которых контролировали некроманты. Wolves and necromancers? How odd. We try and try, but this land, it only ever seems to get worse. At least you put an end to it. You even stopped the wolves on your first try, saving my valuable chickens. I thank you for that. Here's your reward, with something extra for your timely work. In addition, I'd like to offer you the convenience of trading with me whenever you'd like, night or day. I'm more than happy to barter with you. Hopefully that will help even things out for how much you've helped me with this. Да боже мой, какие могут быть проблемы? Safe travels. Соль, жареная грудинка и золото. Спасибо. А так, теперь сюда. А у кого узнавать? А, в приюте? Тогда давайте вернемся в приют и спросим насчет этого камня. Если это действительно там. Лошадка отдыхает. What can this humble monk help you with?
I help Brother Thorlo tend to the priory. There used to be another, while we wanted... On top of that, his ways finally... We expelled him. We sent him on his way. We are all convinced it's probably a place where he hid things and conducted a lot of his unorthodox research. But really? Хорошо, you can ask around if you have сделать. To. Some of the other priors may know something of use. Please, bring me anything of interest that you find. Hmm. Ого, слышишь? Потом как-нибудь. Да хер знает где. А, то это там? Окей. Найти тайное логово, выяснить больше о фрагменте. Хорошо, Брайт просил меня поискать в приюте тайник, секретную комнату или что? Ну, пещеру, брат. То есть это где-то здесь? В приюте, в вашем? Хорошо, давайте поищем. Это мне по основному квесту надо туда хреначить, на другую сторону острова. Так, что тут может быть? Я просто смотрю, просто смотреть можно. Куча святилищ. Yes. Да. Встать обратно в Янтарную долину. Книжки. Я думаю, на первом этаже ничего такого нет. Хотя, если хочешь что-то спрятать, лучше положи это на виду у всех. Вроде ничего. Бочки, которые пустые. Золотишко. Ничего ценного. Колонна. Ничего такого прям не вижу. Под кроватями тоже вроде ничего нет. Хм. Где ж тут что можно спрятать? Тайную комнату, говорит он. Какая нахер тут может быть тайная комната, объясните мне. Это строение, блин, простое как дверь. Что тут может быть-то? В сундуке чё? Смотрел уже. Times are tough. Тебе известно, где Вернон может прятать свои вещи? Well, he liked to go for walks at night. I'm not really sure when he found the time to sleep. Sure seemed odd at the time. Mm-hmm. То есть, скорее всего, это не здесь. То есть, не в самом приюте. Но сейчас еще, может, кого спросим. Да тут больше никого нет. Святилище Катоша. Да, что-то не особо. Ладно, давайте выйдем, посмотрим. Может, где-то на улице? Не уверен, что я что-то смогу найти. Вот пень, например. Нет. Слишком хорошо срублен. Times are tough. He usually spent time around the pond during the day. I'd assume wherever he hid, it would be easy accessible. He was not a man of patience. Так,
Так, еще раз, подожди. Днем он часто проводил время у пруда. Хорошо, пруд. Давайте поищем... Вот это хорошее место для того, чтобы что-то спрятать, но нет! Давайте поищем что-то у пруда. А где тут пруд? А, вот. I hope Talon. So good to see you. Так, с тобой Talon's мы не guiding. Будем разговаривать. Hello. Приор. I'm afraid not. Боюсь, like нет. To test out various magics, so wherever it was, it would be somewhere that we couldn't hear. Скамейка. Trials. Время у пруда, говоришь? Где же что-то можно было спрятать-то? Это, блин, лужа, а не пруд. Оу. Похоже, я его нашел. Нифига себе, такое беспалевное место. Короче, люк торчит. Открываете книгу, прочесть ее туда. Тайный кристалл. Вновь открываете книгу, кристалл. Хорошо. Я вам это пролистаю, сам прочитаю на паузе. Хотя нет, жопу, потом прочитаю. А что тут еще есть? Тут есть только лежанка. Забавное место такое. Неплохое для тайного логова. Но слишком уж он близко. Почему они... Вот, после моей способности люди не должны гореть. Все нормально. What brings you to the priory? Мне удалось найти его тайник. Там What был дневник. This? А кристалл kind of оказался в нем. Hmm. I must do some reading on this. Please, give me a day and then return. I will need your further assistance. Oh, and here, for your time thus far. Thank you. May the gods watch over you. Подождать, пока он закончит исследование. Хорошо, какие проблемы? Подождем. А пока, я думаю, самый лучший. А как туда перебраться? Такой еще вопрос. Тут же, блин, горный хребет. Водопад. Ну тут я вижу какой-то... Блин, через эти горы, я думаю, не перебраться. Придется пилить вот сюда, к водопаду. Там уж посмотрим. Но для начала к янтарному ручью. Неплохой такой квест получился. Интересный довольно-таки. Что-то очень необычное для Скайрима, я вам так скажу. Чё это, лошадь? Моя лошадь? Нет. А вот это? Блин, текстуры, прекратить. О, моя лошадь, ебать. Это хорошо. То есть теперь у меня есть лошадка. Честно купленное. Что ж, с вами был Марс. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии мы постараемся как-то проникнуть на эту часть острова. Потому что вот этот горный хребет очень довольно-таки внушительно выглядит. И дорог я никаких не вижу.
кроме как сигануть водопада. Что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. До новых видео, всем пока!